Технология агентов – это технология, позволяющая запускать произвольные PHP-функции, сами агенты, с заданной периодичностью. Этот механизм позволяет выполнять периодические операции, например, отправку писем из очереди, очищать временные папки или обновлять курсы валют. В самом начале загрузки каждой страницы система автоматически проверяет, есть ли агент, который нуждается в загрузке, и исполняет его. Для работы с агентами используется спецкласс CAGENT, который также доступен в документации. Перечень агентов можно посмотреть в административном разделе, вкладка «Настройки», «Инструменты», «Агенты». При установке система создает необходимые агенты, и разработчик также может добавлять собственные. Важно обратить внимание на следующие особенности. Особенность программирования функции агента. В качестве возвращаемого значения функция агент должна вернуть PHP-код, который будет использован при следующем запуске функции. Так как по умолчанию агенты выполняются на хитах, то есть при загрузке страницы, то не стоит размещать в них ресурсоемкий код. Также для управления нагрузкой, например, у главного модуля есть специальная настройка, это сколько отсылать писем за один запуск агента. Собственные функции агента подключаются через файл init.php в разделе PHP Interface. Также агенты исполняются до события onPageStart, соответственно, в агенте не будет доступна переменная user. Для операции с записью в инфоблок, например, для операции с записью в инфоблок нужен пользователь, поэтому в агенте нужно его создать и разрушить. Запуск агентов можно вынести в крон, и это позволит снять нагрузку с сайта.